Итак, Новый Завет. Как на личном примере, продемонстрировав активное и пассивное послушание, Христос показал, что значит быть чадом Божиим. Обобщая ответную этику с точки зрения подражания Христу, имитацию Кристи, следует сказать, что Иисус учил этому сам. Вспомните 13 главу Евангелия от Иоанна и знаменитое повествование об омовении ног. Это то, что в чистый четверг совершает Папа Римский. Да и не только он. Такая практика существует, насколько мне известно, и в ряде меннонитских церквей, и основана она как раз на данном тексте Писания. Итак, Иисус в горнице демонстрирует ученикам должный прием гостя, который, вероятнее всего, шел по пыльной дороге. Он сам выступает в роли слуги, раба, и омывает ноги своим ученикам. Естественно, Петр пытается мягко воспрепятствовать ему. Но Иисус отвечает Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Теперь Петру нужно полное омовение, что неудивительно, зная его импульсивность. Надо сказать, что Евангелие от Иоанна в целом многоярусный и многогранный, данный текст не исключение. Греческий язык довольно прост, напоминает первые 11 глав книги Бытие, но как бы оперирует на разных уровнях. Как в 4-5 веках Евангелие от Иоанна говорил архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст, оно подобно озеру, которое может перейти вброд, едва научившийся ходить ребенок, и в котором может свободно плавать слон. Вот насколько оно сложное, несмотря на то, что написано простым языком. Поэтому Христос, омывая ноги своим ученикам, не просто выполняет действие, а указывает на крест, на котором в конце концов совершится акт жертвенной самоотдачи. Настает час Его славы, парадоксальной славы, когда Христос взойдет на престол в крестном распятии. Удивительно, как это меняет наше восприятие силы и власти и ее применение в нашем мире. Это совершенно иной царь. И далее, в стихах 34-35, он изрекает знаменитые слова. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». А если хотите знать, какой должна быть эта любовь, вспомните омовение ног в горнице и последующее распятие. Это совсем не пустые слова. Любовь, о которой говорит Иисус, связана с конкретными событиями и с конкретным именем, с Его именем и Его историей. Омывая ноги своим ученикам, Он говорил: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Стих 13. «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Итак, Иисус желал, чтобы Его ученики подражали Ему. Понятие «имитацию Кристи» основано на учении самого Господа Иисуса Христа, одним из подтверждений чему служит фрагмент омовения ног из Иоанна 13. Учили этому и апостолы, причем не кто-то один из них. Давайте, к примеру, возьмем Павла. Послание к Филиппийцам 2, стихи с 5 по 11. Этот текст — прекрасный христологический гимн, который мы уже рассматривали, но все же. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Павел напоминает о воплощении,
о кресте, о прославлении, поскольку филиппийцам, видимо, следовало переключить внимание с себя на других при всех достоинствах этой общины. Им следовало озаботиться интересами и проблемами окружающих их людей. Им следовало проявить единомыслие и не почитать себя выше других. Им важно было напомнить о примере Иисуса Христа, о необходимости подражания Ему. Об этом говорил не только Павел, не только один из апостолов. Давайте обратимся к 1 Петра 2. 1 Петра 2, с 18 стиха. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби и страдания несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». В контексте нашей темы весьма насыщенный текст в аспекте личности и действий Иисуса Христа. В частности, показательно то, как Он относится к незаслуженному страданию. Имитацию Кристи. Хотите пример того, что значит жить по-христиански? Изучайте жизнь и служение Иисуса Христа, представленные в Священном Писании. Безусловно, четыре Евангелия нам даны не случайно. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Вопросы есть, прежде чем мы перейдем к третьей части нашего занятия? Жизнь в соответствии с тремя предписаниями. Что касается практики омовения ног, я слышал, что эта практика может рассматриваться по-разному, когда мы говорим о ее культурном понимании. Некоторые считают ее выражением христианской посвященности, то есть это не какой-то конкретный акт омовения при необходимости, а регулярная практика как выражение духовного смирения. Понятно. Несмотря на то, что в некоторых церквях подобная практика есть, многие относятся к ней как к установленной Христом. То есть Христос заповедал это наряду, скажем, с крещением и хлебопреломлением. Другие говорят, нет. Суть в том, что такое самоотверженное выполнение функции раба, если мы к нему призваны, должно быть характерным для христиан. Причем не обязательно в форме непосредственно омовения ног, но и в других формах, в других ситуациях. Если говорить об омовении ног, то оно нередко практиковалось в первом веке. Вот на какую тему выводит нас ваш вопрос и ставит действительно важную проблему. Не помню, говорил ли я вам это раньше, но в любом случае скажу еще раз, потому что данная информация пригодится вам при выполнении заданий семинара. Касается она крайне спорного вопроса. В библейском материале следует выделять то, что носит описательный, предписывающий, запретительный и разрешающий характер. Так, Писание дает нам примеры самых разных моделей поведения.
были те, кто приносил в жертву богам своих детей, например, Молоху. Если подобное описание в Библии есть, предписанием оно от этого не становится. Иди и поступай так же. Именно поэтому, когда слышишь высказывания отдельных людей, таких как Сэма Хэрриса, если его имя вам известно, это наш современник, непримиримый критик религии в целом и христианства в частности. При этом, рассуждая о Библии, особенно о Ветхом Завете, он совершенно не учитывает ни литературный контекст, ни характер материала. Он просто заявляет, «Так говорит Библия». Невзирая на то, описание это, предписание или что-то еще, Иисуса распяли. По римским законам он был приговорен к смертной казни через распятие. Следуя его логике, высшая мера наказания в христианстве должна быть такой же. Да, конечно, нет. Только потому, что подобное описано в Библии. А вот предписывается в ней любовь к Богу и к ближнему, которую являл Иисус. Квинтэссенция закона. Запрещающий характер Писания носит идолопоклонство. Это прописано в 10 заповедях, не так ли? Строго и однозначно. Есть и разрешительные тексты. Так человеку разрешается вступать в брак, равно как оставаться безбрачным. Заповеди, предписывающие одно и запрещающие другое, в Библии нет. Это носит характер разрешения. Таким образом, изучая тот или иной библейский текст, необходимо определиться, что это — описание, предписание, запрет или разрешение. Что касается омовения ног, то здесь, безусловно, мы имеем дело с описанием, а затем с определенным предписанием. Иисус говорит, «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Причем фраза «умывайте друг другу ноги» здесь не звучит, а значит, справедливо предположить, что Иисус нам дает скорее принцип, нечто более общее, чем один частный случай омовения ног, принцип, который может быть реализован в разных формах. Так вот, занимаясь изучением того или иного библейского текста, вам также следует задаться вопросом, что предписывается. Конкретное действие «поступай так» или же некий принцип, некое общее правило, что, как мне кажется, и имеет место в случае с омовением ног. Иисус предписывает определенный образ поведения, демонстрируя его на конкретном примере. Как это действует? Давайте для наглядности обратимся к посланию к Ефесянам. Это первое, что приходит в голову, поскольку какое-то конкретное предписание в Библии, как правило, основано на некоем общем принципе. Если копнуть глубже, то непременно вскроется исходная посылка. Одну из них я вам уже озвучил. Отношения налагают ответственность. Она не прописана прямо в библейском тексте, однако лежит в основе практически всего. Давайте откроем послание к Ефесянам, главу 6, стихи с 1 по 4. Признаться, этот текст во многом мне близок. И не только потому, что он призывает детей повиноваться родителям. У меня, кстати, трое детей. Просто здесь упоминаются дети. И послание, что не безинтересно, адресовано всей общине, а, возможно, и целому ряду общин, если оно носит общий характер и предназначено для всей Малой Асии. При этом дети, совершенно очевидно, воспринимаются как часть общины. Ведь с ними, как мы видим, общаются адресно, наряду с мужьями и женами, господами и рабами и так далее. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Звучит конкретно и недвусмысленно. «Дети в Ефесе или Малой Асии». А далее, обратите внимание, он озвучивает сам принцип. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Можно было бы просто сказать «дети, повинуйтесь своим родителям, ибо этого требует справедливость, родители, не раздражайте детей». И все было бы ясно за тем исключением, что неозвученным остался бы основополагающий принцип «почитай отца и мать». А если копнуть еще глубже, то мы увидим исходную посылку. Статус ребенка в отношениях с родителями налагает определенную ответственность. И, разумеется, наоборот. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших», продолжает Павел.
Понятно, что мы с вами изучаем не этику, но об этом следовало сказать в ответ на ваш вопрос. А теперь мы переходим к следующему вопросу. Несколько раз вместо выражения «десять заповедей» вы использовали фразу «десять слов». Наверняка это не оговорка. Скажите, почему вы говорите именно так? Потому что так звучит по-еврейски. Мы превратили это в десять заповедей. Но на самом деле это десять слов. Безусловно, заповеди они есть, просто в еврейском названы десятью словами. И что интересно, в оригинале употребляется единственное число, второе лицо — единственное число. Обращение непосредственно к читателю. А далее, в исходе, мы имеем дело с, так сказать, прецедентным правом, то есть тем, как то или иное предписание реализуется в конкретных ситуациях. Однако в этику мы опять-таки углубляться не будем.